там планируют расширить так называемый бизнес-инкубатор. Это организация, которая поддерживает проекты молодых ученых и предпринимателей. От разработки идей до их внедрения в производство. Кроме того, Кондратьеву показали химические лаборатории и отделение робототехники. Талантливой молодежи, талантливых ученых в Кубанском госуниверситете очень много. Но здесь бизнес-инкубатор, вот эта площадка, должна позволить бизнесу найти вот эту талантливую молодежь, а талантливой молодежи найти бизнес. И вместе они должны дополнить друг друга, образовать тот союз, который позволит и науке развиваться дальше, и быть прикладной, и бизнесу получать максимальные прибыли от того сегмента экономики, в котором они находятся. На практике уже применяют сорбенты для анализа загрязнения воды и почвы. В России их впервые разработали сотрудники Кубанского государственного университета. Также здесь изобрели и новые методы определения допинга. Они в разы экономичнее и быстрее существующих способов.